в ходе проведения рейдовых мероприятий общественной организации в рамках проводимого мониторинга экологической ситуации в регионе представители общественной организации выехали на широколическийский полигон, расположенный недалеко от города Екатеринбурга на улице Евгения Совкова, 100. В настоящее время проходит рекультивация данного полигона. Рекультивация широколического полигона завершается в течение полутора лет. Был заключен контракт стоимостью 499 миллионов рублей на рекультивацию широколического полигона твердых бытовых отходов. Занимается рекультивацией данного полигона предприятие «Геосинтетика» из Красноярского края. В настоящее время подрядчик формирует тело полигона и переместил уже туда около 200 тысяч кубометров отходов для того, чтобы выполнить равномерную поверхность и защитить максимально окружающую среду от вредных примесей веществ, содержащих в бытовом мусоре. Площадь данного полигона составляет 23 гектара. Работает более 20 единиц техники, это экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и так далее и тому подобное. Основная цель рекультивации данного полигона – это создание изолирующего экрана, который состоит из песка, бентомата. Это такой специальный материал, который задерживает влагу и предотвращает образование фильтрата. Однако в ходе осмотра всей местности, прилегающей территории данного полигона, общественники обнаружили возле второго въезда местность, где протекала жидкость непонятного происхождения, то есть, скорее всего, это фильтрат, который образовывается в результате скопления мусора, скопления различных компонентов, влаги, это все влага вытекает из-под забора данного полигона. Вот, видим, вот эта такая речка небольшая, такая, которая протекает вдоль забора данного полигона и уходит в лесистую местность. Общественники в настоящее время проводят проверку, готовят информацию, материалы Министерства по охране окружающей среды для того, чтобы специалисты выехали на место, провели проверку и дали юридическую оценку действиям данного полигона, данного подрядчика. Нарушается ли им закон об охране окружающей среды и какие последствия могут быть в результате некорректной рекультивации данного полигона.